Сегодня мы с вами разберем, как играть частушки в мажорной тональности. В до мажоре. В до мажоре знаков нет. То есть одни белые клавиши. Ну, я вам покажу. Начинаем с ноты до. В частушках в мажорной тональности может быть много. Это одна из партий. С левой рукой начинаем бас фа мажор, до мажор, соль мажор, до мажор, фа мажор, до мажор, соль мажор, до мажор. Вместе двумя руками. Всем удачи и хорошего настроения!